Всем большой привет! Начинаем новый день. И я иду на остановку с портфелем, провожаю Веронику. У нас сегодня такая погода, прям, ну, как сказать, тепло. Вчера вообще ветер был и дождь, а сегодня у нас по суше и дождя нет. Вот. Так что сейчас провожу школу и поедем за балясинами для лестницы. Мальчишки вон в саду яблоки собирают до сих пор. Детишки ждут автобус. Что-то не фокусируется, блин. А, вот. Нормально. Иду прогревать машину. И сейчас выдвигаемся. Позвонили в Ковкин дом. И у них там, получается, в наличии есть только по 12 штук. Там 12 штук таких, 12 таких. А нам надо 17 и 19. Соответственно, нужно будет дозаказывать. Ну, в принципе, это не проблема. Вот, так что сейчас. Так, пошла открывать ворота. Пусть машина пока прогревается. Вероника у нас в школе. Laying down my cards on the table. Sending out a message in a bottle. Came in through the door like a hurricane. And I hope you won't get if you cold, 'cause it swept me of mine. I'm losing my cool. Ковкин дом. Вот они, вот такие вот. Вот. Это двойная, смотри, а есть еще одинарная. Вот она. Вот, Валер, одинарная. Кольца вообще есть. Слушай, Валера, они потом красятся, да? А есть двойная с большим расстоянием, а есть двойная с маленьким. Какую лучше брать? Можно с этим, вот такую. Да? Чтобы отпилить можно было. А тут тоже можно отпилить, да? Да, все. Да, бери вот это. Ну, вот они, да. Это слишком большие, тяжелые. Все, да, да, да. Ну, вот так поуже. Нет, надо какое-то тоненькое совсем выбирать, да. Сижу, как всегда, в машине в том же самом ракурсе. Купили мы балясины, корзинки, две корзинки и одна корзинка. Будем чередовать. Я в интернете увидела, как это смотрится. Мне понравилось, я вам вставлю картинку. То же самое, в принципе, планируем сделать и мы. Привет, малыш, Барсик. У нас новый день. Сегодня у нас крайний день перед каникулами. Барсик, как всегда, зевает в камеру. Здорово, киса. Да, скажи, всем привет. У нас новый день, и сейчас провожаю в школу, иду в огород. Надо утеплять туи, надо утеплять ежевику, розы. В общем, дело у меня вот так. И плюс еще надо сварить долгожданный борщ. Мне кажется, вы больше его ждете, чем я его хочу. Поэтому буду стараться. Ну что, друзья, я на улице. Как видите, у нас сегодня солнышко выглянуло. Валера у меня вот так сложил кирпичи, помните, они стояли у нас вот здесь. И так как дальше я не стала копать, у нас дожди зарядили, а сейчас тем более не влезешь, вообще земля очень сырая. Он все сложил вот так аккуратненько, теперь до следующей весны, потому что колонны будут выкладываться следующей только весной, весна-лето. Вот. А сейчас на зиму нужно вот так укрыть, чтобы его сохранить. И знаете что у меня? У меня зеленый лук, друзья. По-моему, лук. Да, лук. У меня зашел лук. Видимо, я его не довыкопала здесь кое-где. То есть у меня вот здесь лук зашел, вот здесь зашел лук. Ну, в общем, пока пусть сидит. Я говорю, надо его оттуда аккуратненько, наверное, вытащить, да, и домой занести, и будет у меня зелень к Новому году. Петрушки ничего, нормально. Хотя у нас уже заморозки были. Петрушка себя отлично чувствует. Даже помидоры у меня лежат и зреют до сих пор на земле. Вы представляете?
Ой, очень сырая земля вообще. Помидоры лежат, черри зреют. Кстати, их надо это подобрать. Так, что еще? В общем, что я вышла-то делать? А голубая ель вот такая у нас уже, смотрите, как подросла. А утепляем туй. Осталось 3 деревца. 1, 2, 3. Все. На этом мои туи закончились. А черенковать буду в феврале. Кто-то мне посоветовал, надо попробовать зимнее черенкование сделать. Вот. Но это уже видно, да, что это деревце. Все, оно прижилось. Сейчас самое главное его сохранить до весны, чтобы ничего с ним не случилось. А, и также нужно обрезать вот эти нитки и сложить ежевику к земле. Вот. Может быть, даже укрывным укрою. Так что все, поехали работать. Разрезала я укрывной на 3 части. Сейчас я буду каждый кустик, каждое деревце по отдельности упаковывать, потому что, ну, смысл, да, тратить столько укрывного, поэтому буду, ну, над каждым работать. Так, берем кусочек, ну, собственно, крываем. Обязательно оставлять продых надо вот здесь, чтобы вентилировалось, иначе они там задохнутся и весной могут, ну, сгореть. Поэтому я вот так делаю, оставляю продыхи вот такие. И как бы купол такой делаю над ним. Теперь принимаю за ежевику. Сейчас обрежу ниточки. Здесь я тоже использовать буду укрывной материал, потому что нужно сохранить ежевику. Так, здесь уже вот так мы сейчас накроем. Навряд ли этого хватит, да? Так, а что нам делать? Нам надо, значит, брать другой. Так, и от него отрезать, да? Кусочек. Туи. Короче, я не стала ее пересаживать осенью, наверное, до следующей весны, потому что разговаривала с ландшафтным дизайнером, она сказала, что сейчас, говорит, заморозки уже ночные, да, и, говорит, сейчас, если оголишь корневую систему, просто дерево погибнет. Лучше, говорит, весной, когда уже тепло, и вот это маленькое можно пересадить, и большое. Вот, так что, говорит, до весны. Поэтому его пока оставила. Вот. И с него попробую еще в феврале взять черенки новые. Сейчас идем с вами утеплять розу. С ней будет сложнее, конечно. Ох, батюшки. Вы бы видели мои ноги. Они у меня все в земле. Ужас. Потому что роза колючая. Вот. И сейчас нужно будет также ее склонить к земле. А и накрыть укрывным материалом. Видите, какие у меня ноги, да? Вообще страсть. Руку проколол себе. Вообще страсть какая-то с этой розой. Я поэтому не люблю розы. Они красивые, да, но вот это вот прокалывание пальцев постоянно меня вообще вымораживает. Вот. Так, что иду делать? Видите, как я? Я все по-быстрому, у меня все в режиме экспресс. Так, и... Что, прощаемся с нашими этими петуньями-то? Надо выдрать их. Чего же они у меня тут будут, смысл какой, мотаться, да, на грядке?
Вот, так что давайте мы их тоже вытащим, уничтожим. Виолу не знаю, надо спросить девчонок. У меня там девочка одна смотрит, Лена, она заядлая огородница, она у нас вообще профи. И вот она мне советует, всегда я по ее советам делаю. Так что, Лена, будешь меня смотреть, давай мне пиши, что мне делать с виолами. Я их уже второй год перекапываю. И они сходят, прекрасненько растут. Что мне на третий год с ними делать, расскажи. Убирать их вообще. Так что пока сейчас только одну петунью выдерну, а это буду ждать ответа. Да, земля уже холодная. Причем очень холодная. Хотела вам показать, что у нас не осталось ни следа. Ни от кирпича практически, ни от газосиликата. Это поддоны для того, чтобы оштукатуривать гараж. Я уже вам говорила, кто вместе с нами уже давно. Этот кирпич приедут, заберут на днях. Ну, обещались купить. Так что, наконец-то, мы избавились от стройматериала. Ну, а что? Мы в свое время покупали его за большие деньги, этот кирпич. Вот. А люди экономят 3 копейки, 3 рубля. И готовы покупать бэушный кирпич, потому что, ну как бэушный, он не бэушный, он у нас новый, просто он лежал на поддонах, а так-то он новый. Ну вот, мы же его не использовали. Вот, так что такие дела. В общем, я вот так вот в экспресс все успела сделать. Конечно, бы еще покопать бы, но земля вообще невозможна, я в нее просто не влезу. И так он вся как хрюня. Чуня, сейчас буду обчищаться, потому что в дом идти с такими ногами — это просто жесть какая-то. А, и самое главное, я вам сейчас покажу, как у нас будут балясины смотреться. Вот, купить-то мы их купили, а показать я вам не показала. Сейчас я их достану и вам все покажу. Ну, собственно, чтобы вы имели представление, да, как это все будет смотреться, я взяла пару штук и вам сейчас приложу и покажу. В общем, одна будет привариваться вот таким образом. Вот таким образом, да? А вторая будет привариваться рядом. Ну, то есть это вот так будет. Вот так. То есть одна так. И вот так вот чередоваться это будет. Потом это все будет краситься. И мне кажется, будет очень даже симпатично. Краска у нас называется с молотковым эффектом. Такая интересная какая-то у него структура у краски. Вот. Они не особо так тяжелые, нормальные. Так что немножечко мы... А, и, кстати, и в доме, да? В доме, на лестнице у нас, в самом доме, тоже будут такие же вот балясины привариваться, чтобы это было все в едином стиле. Вот такие вот дела. Ну что, мои дорогие, давайте на сегодня буду прощаться. Валера уже едет домой. Естественно, когда муж дома, нужно уделять время ему. Сейчас я буду варить борщ, постараюсь заснять на свой кулинарный канал. Кто еще не подписан, обязательно переходите, подписывайтесь. Ссылка, как всегда, в описании под видео. Всех люблю, целую, обнимаю. Постараюсь снимать для вас подольше влоги, потому что все девчонки прям пишут, что так мало, 10 минут мало. Ну, девочки, я снимаю то, чтобы вам было интересно. Ну, я не знаю, если вам интересно, как я перемещаюсь по дому просто с камерой, ну, хорошо, буду снимать на 20 минут какую-нибудь бестолковщину. Мне кажется, что, ну, это неинтересно. Так, ладно, в общем, все. Давайте, до новых роликов. Всем удачи, здоровья вам, не болейте, потому что уже на улице. Берегите себя и всем пока.